1702 год построен. Это, конечно, удивительно. То есть, получается, 313 лет уже церкви, конечно. Восточно-уральский традиционный слив. Когда маяк рванул, да, когда маяк рванул, сколько, 50 лет назад, по-моему, вот, он вот таким следом туда протянулся. Okay, let's go. Даже могильник был какой-то. Центр, вот всплеск этой культуры, он был здесь, вот, на Южном Урале. И потом это все как бы рассыпалось, различные миграции, движения, перемещения, заимствования. Вот, и сейчас это целое направление науки. Этим направлением занимаются, ну, вся Евразия фактически. Вот сейчас здесь только что ушел китаец. Он занимается проблемами взаимодействия северо-запада, западной территории Китая с кочевниками Евразии, со скотоводами Евразии, так лучше скажем. И северо-западный Китай, он наполнен могильниками европеоидов наших, начиная от ямной или курганной культуры, как ее называют, на западе. И там экспедиция Пекинского университета, которая занимается изучением, вот нам передавали приветы, приехали за литературой, там, за всем прочим.